Я рад вас здесь всех приветствовать. Замечательный день, 16 апреля. Зовут меня Руслан, фамилия Андреев. Я руководитель проекта «День тренингов» и руководитель проекта «Витренинг». Ну что, участники, дорогие и уважаемые, добрый день. Я рад вас приветствовать на нашем проекте. День тренингов – это возможность для каждого студента, для молодежи всего Ташкента развивать свои надпрофессиональные скиллы. Таким можно отнести навык эффективных коммуникаций, публичных выступлений, какие-то лидерские навыки, компетенции, работа внутри команды. И проект «День тренингов» как раз-таки направлен на то, чтобы сформировать у молодежи те самые гибкие надпрофессиональные навыки. Это цель нашего сегодняшнего мероприятия. Приглашаю на сцену заместителя директора, профессора Закирову Надиру Каландаровну. Аплодисменты мы встречаем. Уважаемые студенты, руководство нашего филиала, мы рады всех приветствовать в ташкентском филиале Российского экономического университета имени Плеханова. День тренинг у нас впервые проводится в Узбекистане в вот таком формате. И сегодня у нас формат межвузовский, межстуденческий. Я хочу представить вам нашего ключевого спикера, который проведет нашу общую лекцию. Это лидер IT-сообщества в Узбекистане, предприниматель Шавкат Каримов. Аплодисментами встречаем. Прямо сейчас мы стоим на пороге просто прорыва, сумасшедший прорыв. Очень много всего происходит. Помимо чат-GPT, о котором вы слышали и пользуетесь, это даже самое интересное время, я думаю, в истории человечества это время запомнится как какой-то ренессанс технологий, то есть прямо начало всего. Мы только-только начали, как говорится. Это IT-комьюнити в Узбекистан и ручка тоже. За инициативу и за проведение сегодняшнего тренинга. И вручить вам от всего студенческого сообщества вот такую сову. Сова – это символ науки, образования и совершенства. Всем привет, меня зовут Шавкат Каримов, я глава IT-сообщества Узбекистана. Сегодня я нахожусь в Российском университете экономики имени Плеханова, ташкентский филиал. Я здесь выступал, рассказывал про будущее искусственного интеллекта. Мне очень понравилось, я думаю, ребятам тоже, судя по вопросам, по реакциям. Это было очень круто. Этому университету в следующем году исполняется 30 лет. Это, оказывается, самый первый филиал российских университетов в Узбекистане. Самый старый университет-филиал. Так что я его очень рекомендую, обязательно приходите сюда учиться, если вы здесь учитесь, делитесь с друзьями своими успехами. Это было здорово, я надеюсь, я сюда еще приду, так что люблю этот университет уже сразу. Спасибо, пока. Сегодня на тренинге по стрессоустойчивости или то, как управлять стрессом, вы узнаете, как с него выходить, как вообще с ним в целом справляться и вообще, что это такое в целом. Я вас сегодня приглашаю к себе на тренинг по дизайну мышления и клиентский путь, где вы со мной научитесь, как анализировать, составать карту пути клиента и выделиться на рынке труда. Спасибо большое. Буду сегодня максимально выгружать вашей аудитории инструменты, которые они смогут внедрять, совершенствовать и использовать уже без необходимости обращения к каким-то специалистам. У меня была девушка ваша, студентка, которая говорила, что ее цель на самом деле была начать просто вести доходы и расходы. Она говорит, и я сегодня на тренинге поняла, что это очень легко. Она говорит, очень классно, когда все мы собрались, вместе что-то делаем,
надеюсь, это будет еще масштабнее каждым годом и охватит целый Узбекистан, возможно, СНГ или там Центральную Азию. Видно, что ребята интересуются, видно, что есть темы, которые уже возникали и раньше. То есть они выбирали сегодня для себя тренинги по своим интересам. И действительно, это были заинтересованные, благодарные слушатели. Было очень приятно работать с ними. И я рада быть здесь сегодня, правда. Я считаю, что сейчас у нас в Узбекистане очень большая тенденция развития обучения молодежи. И день тренинга, он как никогда кстати для того, чтобы он мог органически вписаться в целом в стратегию развития, мне кажется, страны и молодежи в стране, потому что и наш проект направлен на то, чтобы обучать, сращивать и трудоустраивать молодежь, и день тренинга в целом тоже направлен для того, чтобы обучать больше по soft skills, наверное, начинающих специалистов и студентов. Поэтому я считаю, что это очень полезный для общества социальный проект, это в первую очередь. А во-вторых, если говорить касаемо сегодняшнего дня, то я считаю, что организация мероприятия прошла на очень высоком уровне, учитывая то, что это первый кейс такой в целом в тренинг и в Плеханово. Мне кажется, что были ощущения такие, как будто дни тренинга проходят на постоянной основе. Все прошло на максимально высоком уровне, я считаю. В мое время я понимаю, что когда я была студентом, мне, конечно, таких мероприятий не хватало. Я потом сама шла через весь этот путь, сама читала книги, сама как-то развивалась. А тут, конечно, для студентов Плеханова, я считаю, что это потрясающая возможность видеть таких вот спикеров с таким практичным таким прикладным опытом, да, вот все вот эти вот бизнес-элементы. Меня очень сильно тянет работать с молодежью. Это потому, что моя жизненная миссия, моя жизненная кредо – передавать знания свои, которые у меня появились благодаря моим учителям и наставникам.